Так, ну погнали. Еще раз всех приветствую. Вторая карта первого полуфинала. Редлайны против Хардлексов. Как-то по-другому они там называются. Танчики 3D против Мистикс. Но как есть, в общем. Больно выдумку хитрая, конечно. Но теги абсолютно не совпадают. Я вообще не знаю, зачем так делать. Чем не нравится людям название своих клан-тегов. Лайн, редлайн. Что-то придумывать. Так, ну, может быть, как-то выделиться. Пистолеты у нас те же самые 80 фрагов. Я все-таки сделаю тише. Да, знаете, теперь, если я пропадаю, стрим дропается, то я психую. Из-за того, что у меня краши. Вообще, конечно, опасная штука. Так может однажды что-то сломаться совсем. Стоит того, наверное, эта игра, чтобы дорогущий комп сел в мусорку. Фу, чтобы такого не было. Ну, я как бы не только о себе, смотрите, там, аккуратнее. Быть всякое. Играйте КВ, а потом, опа, и на телефоне уже в Angry Birds только. Так, что у нас редлайны? Редлайны у нас выиграли, просто раскатали в тоненькую... Тоненький слой асфальта своих оппонентов на штурмовых винтовках. Здесь, конечно, все будет поровнее, потому что на стричь с писта сразу же несколько голов посложнее. И обладают этим умением немногие, но вот за ЖК выглядит этот дигл за глушаком как юсп. Ну, прикольно. Конечно, оружие смертоносное, стрёмное. Чем мне нравится дигл с прицелом тоже. Скоп или как называется. Двоих такие крутые пушки, причем в разных командах. Бесшумная фигня, стригущая также мощно. Не знаю, кстати, урон пофиксили, ему не пофиксили. Ну, по идее, должно быть меньше урона у дигла с калашником, с глушителем. Опять-таки, это остается тайны. Так, ну а здесь не все так очевидно, как было на первой карте. В принципе, 2-0, я думаю, не хотят. Хардлексы, поэтому отбиваются, и даже уже до ничей, да, отбивались. И мы смотрим на фраги, как дела у Андрюхи. У Андрюхи дела пока что ровно. Вот главное, чтобы он не остался на месте, а тиммейты его в отрыв не ушли, потому что такое было. Там три фрага держалось, что-то 3 на 15 Андрей играл. Андрею надо тащить. Кстати, у него пистолет такой, чтобы тащить. Игрушечный. Похож на игрушечный водяной, на самом деле. Блестит. Причем блестят пушки в Crossfire вне зависимости от цвета тени, а сам собой этот блестюшка вылетает. Так, Андрей, соберись. 3-4, Андрей, давай. Ты меня слышишь, Андрей, тащи. Не, ну рили, просто если вот чувак будет отставать, там пока Дмитрий как бы отстает, но у него парни настреливают. Ну, здесь тоже, наверное, настреливают. И 16-13 у нас ведут господа из Хардлекса. Да, друзья ни о чем. Ой, друзья, говорю, игра ни о чем по требованию. Так там дело в том, что непонятно, как они вообще, что в код в этой игры вписали, что она грузит, как она грузит, то она ей видюха нужна, то и процессор нужен. Непонятно, короче, что она действует. Я играл в нее на ноутбуке, у меня оператива страдала от Crossfire. Просто жестко, как будто все зависело от. Планок, оперативки. Как будто он полностью целиком занимал ее. Как бы ему не нужна была там видеопамять никакая, ни процессор, ничего не надо было. Просто тупо оператива. Как пересел на более мощный комп, так... Теперь ему видюха он не нужна. Ну, короче, не знаю, что там с ним происходит. Это тут, видите, как бы сделали Crossfire 2.0, что-то изменили, но на базе старого. Поэтому очень опасно. Так, ну у нас, кстати, пистолеты почему-то выигрывают господа из Хардлекс. Ну и как бы... Ну как бы, как дела у Андрея? У Андрея все хорошо, у Андрея уже даже второе место в своей команде. 8 на 6 чувак прет. Ну молодец, услышал, наверное. И команда его пока что впереди.
Ну, здесь, походу, рубилово будет до самого конца, потому что... Опа-опа-опа. Просто ратоболь. Не, ратоболь была на первой карте. Здесь будет... Всем приятно. Никому не будет больно. Всем будет приятно, потому что... Потому что счет у нас ровный, 23, ну практически ровный, 24 на 29, 5 фрагов отставания — это 1,5 волна, даже чуть больше, чем половина, но в принципе преимущество сокращаемое, причем сокращаемое буквально за ничего. Ну и подтверждая мои слова, 27 на 29, одну волну сделали, зажиг тут просто неостановим. Да, и практически все хорошо у него было. Было бы 29 на 31, два фрага оставалось бы, одна волна. Но вот маленький зазорчик все-таки держит господа из Хардлекса. Позволяют вплотную подобраться. В голову! В голову! Ротоболь тебе в голову! В голову, ротоболь! Записи рулов выложу, видите, нет времени у меня вообще на то, чтобы как-то заняться записями хоть какими-то то. Да эти три дня. Записи, в принципе, вы можете уже на ютубе найти, там китайцы, я видел, выложили, поэтому на китайском языке можете посмотреть. Уже даже на официальном сайте Crossfire Stars есть. Поэтому такое. Ну, рулов точно я видел сегодня на этом сайте. Запись с хидденами. По-моему, наверное, первую игру выложили. Ну, пока посмотрите эту. Вот, а у нас... Первый класс. 39 на 30, ну, никак не получается у редлайнов прям вот карабкаться. Скарабкаться на своих соперников. Сказать и гуго. О, с прицелом. Андрюха, Андрюха, ты что делаешь? Пытался прям в свой прицел в душу залезть сопернику, а к нему подкрались сзади и сделали ему ротоболь. Андрюха не ожидал такого с собой обращения, но Андрюха... Где он? Опять Андрея отправили на первое место. Ну, дела. Проклятые тиммейты состилили стопудово у него половину фрагов, когда он по 90 хп им снимал. Кстати, в Crossfire вот чё ассистов нет? Так обидно, когда ты 95-97. От этого обиженные люди постоянно инфу дают такую дебильную. Вот с кем не играл, все постоянно дают инфу. Минус 95, минус 95 у него. А где он? Что он делает по фигам? Всегда были бы ассисты, так бы давали нормальную инфу. И потом, опа, в ассисте зачислили тебя. Нет же. Почему не дали шанс выйти в матч за третье место? Что... Чё, если кому-то интересна игра, то нормально и на китайском смотрю. Я, допустим, КС на английском исключительно. Мне нравится. Не исключительно, но... Частенько. Так, ну а что у нас? У нас как было, все так и осталось. В общем, ничего не меняется. Десятки прибавляются к тем фрагам, а отставание в 3 так и остается. Последний раз я смотрел, 30 было. 40 сейчас. Все одно. Одни бегают, другие догоняют. Как же он блестит нереалистично. Тут посмотрите на пистолет. 13 убийств и 13 сантиметров. А, смертей. 18 сантиметров у Зажика. Я только сейчас заметил. Такое обозначение для смертей. Ужасное просто. 20 сантиметров у Зажики. Кто больше? Лол. Просто лол. Жесть. 21 сантиметр. Ладно, все, я уже просто меня несет. 50 на 53. Ой. Жесть. Больше всех убивает, у того меньше сантиметров, я понял. Логика. Понятно. Дмитрий. Ну хотя нет, смотрите, Дмитрий мало умер. Точнее, и мало убил, и мало сантиметров у него.
Ну, бывает, что поделаешь. Тут, как говорится, к концу, чем дальше, точнее, чем ближе конец карты, тем у тебя больше сантиметров. Поэтому все нормально. Вырастет, до свадьбы вырастет. Ой, жесть, конечно. Надо было так Привет. Так, у нас вперед уже вышли редлайны, тем временем, пока мы здесь мерили с линейкой. И 58 на 56, но ваншот почти равняет. Почти равняет это дело. 58-58, да, вот вроде вышли вперед редлайны, но сразу же сократили это отставание. У нас гости. У нас гости, у нас 19 сантиметров. Димон, расти. Димон растет сразу же. 23 за ЖК. Пока Андрюха что-то от всех отстает. Андрюха и Димон. Так, тут еще кто-то был. И ваншот. А, не, бру, ваншот не отстает. Все нормально. Ладно. Пацаны растут. 63 на 61 на всю игру вели бедолаги Хардлекс. И вот если они эту карту проиграют и 2-0 будет для редлайнов, будет, конечно, за них обидно. Такой, блин. Такой звук от этого бегла. Чудной. Тык-тык-тык-тык. 56. Ну давайте, 14 фрагов. А другим 17. Кто больше, друзья? Больше всех у Зажикея. Тут уже не обгонишь. Вот кто больше настреляет. 56-65. Ровненько. Блин, ну я не могу. Не, ну надо было так сократить. См. Одну букву поставьте, не знаю. УС. Все понятно, нет. Реально, тык-дык-тык-дык. Так, ну что, замедлились опять. На предыдущей карте впали в ступор ближе к концу. Сейчас. Кто никуда не лезет. Давайте мы посмотрим как-нибудь вот так вот. Так, камеры у нас работают. О, камеры починили в режиме наблюдателя. Ой, спасибо огромное. Последний раз стримил, когда не было их. Все сделали. Такое, знаете, как будто по дому 2 камеры развешены. Спальня пары номер 4. Не знаю, кто там сейчас. Так, 72-68, 4 фрага. Беда, беда у Хардлексов, Хардлексы. Что такое? Не, ну вообще, конечно, редлайны непонятно, почему отставали на этой карте в начале. Потому что прошлый просто без шансов. Тут не вырос еще пока у них, наверное. Не выросли. 74, 75, ну все, все. Тут, ребята, сдаемся, сдаемся. Давайте последние секунды за вами посмотрим. 27, 23, 26. Ух! Просто какие-то жеребцы. Так, ну 4 фрага. В принципе, сейчас одним надо идти как бы в атаку. Времени, конечно, 6 минут. А вторым надо просто-напросто стоять. Корейцы продали игру китайцам. Что будет с русской локализацией? Дай прогноз. Даю прогноз. Закроется скоро. Хотя, ну как бы в зависимости от того, что будет происходить по донату, конечно. Если сейчас все нормально с этим делом, то... То не закроется. Будет жить пока. А в плане того, будет развиваться? Ну, не знаю. Вообще без понятия, на самом деле, что у китайцев в голове. Вот. Ну, а у нас все. 2-0. Мы поздравляем Redline. Не в финале. И сейчас у нас, наверное, будет вторая... Так.